умер режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора театра Линком Марка Варшавера. Деятель искусств скончался на 90-м году жизни после болезни. К сожалению, скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов, сказал Варшавер. 11 мая стало известно, что Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Его поместили в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое, сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы. В 1970-м Глеб Панфилов снял киноленту «Начало», ставшую судьбоносной, сделавшую его всемирно известным мастером, со своим узнаваемым стилем, выразительным и психологически точным. Во время съемок он заключил брак с актрисой Инной Чуриковой. Показательно, что с просмотра именно этого фильма в 2018-м начинался в Лондоне торжественный вечер в честь 75-летнего юбилея его супруги и музы, исполнительницы центральной роли скромной ткачихи, попавшей в большое кино и блестяще сыгравшей саму Жанну д'Арк. Отметим, что Глеб Панфилов очень тяжело переживал смерть жены Инны Чуриковой, не стало 14 января 2023 года, причем никто не ожидал такого поворота. После новогодних праздников актрисе театра и кино стало внезапно плохо, врачи ничего не могли сделать для звезды, и та скончалась на больничной койке. Чурикова и Панфилов прожили вместе более 50 лет. На похоронах супруги на режиссере лица не было.